Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган 177. На обзоре сегодня карта «Пришла осень». Автором данной карты у нас является Кирилл 10 Рус. Ну что ж, достаточно давно не было от этого автора у нас карт. Ну и, собственно говоря, появилась. Ну, хочу сразу сказать, что в принципе, данная картотека, ребят, у нас, ну, немножечко ниже уровнем, чем Кирилл делал карты до этого. Не знаю, такое ощущение, как будто он на скорую руку склепал. Не знаю, до этого прям у него были такие карты, прям там горы, фигуры, что там только не было. А здесь достаточно все очень легко и просто, поэтому я постараюсь на этом обзоре, ребят, открыть гараж. Карта небольшого размера, всего-навсего 512 на 512 метров, а ниже 16 на 16. Ну и на карте у нас будет один гараж, который закрыт, одна заправка, одна точка погрузки, 4 лесопилки. Так, 4 лесопилки. 4 точки разведки и 3 авто на старте заменяемые. Поставил я 2 имбомобиля, один КАМАЗ 4310, другой Урал Виторган. Ну что ж, я думаю, с этими автомобилями мне будет легко и просто разведать эту карту и, собственно говоря, открыть гараж. Ну и от автора тут еще добавлено. Всем привет, вот моя очередная карта. Всем приятных покатушек, ни гвоздя, ни жезла. Ну или не жезла. Ладно, это в принципе не столь важно. Усаживайтесь, ребят, поудобнее. И всем приятного просмотра. Ну что же мы тут с вами имеем? Ну, могу сразу сказать, что на этой карте у нас разбросаны гаражные части. То есть не то, что разбросаны гаражные части. У нас сам автомобиль, который должен тащить гаражные части, отсоединен от полуприцепа, который этот гараж должен, собственно говоря, дотащить, да, то есть полуприцеп отвалился у него где-то там, вот, где-то там он отвалился, этот прицеп, либо он там забыл, такой приехал, хренак, выходит из машины, полуприцепа нету, блин, ну, типа, надо ехать обратно, брать полуприцеп. Вот, ну, что мы с вами сделаем, ребят, давайте так, знаете как, что мы с вами сделаем, я возьму вот Ентова, в котором я сижу, я его возьму. Все, мы его взяли. И, собственно говоря, ребят, собственно говоря, вот берем еще и Урала Виторгана, да, вот. И, как говорится, ветер в харю, я поехал. Вот, тут, в принципе, все очень даже все легко и просто. Вот, здесь достаточно очень много бродов всяких. Ну вот, карта достаточно чумазая, вот. То есть здесь погонять, в принципе, так-то не получится. То есть если погонять получится, если только в том случае, что вы, например, тут это того на этого будете делать. Короче, я вам сейчас все покажу, ребят. На самом деле тут, ну, блин, реально несложно. Вот, по большему счету, вот здесь вот надо будет выехать прям вот изи тут выкатывается. Ну, может быть, изи оно на Урале Виторгане, конечно, вот, да. Вот, но, тем не менее, едется в целом вполне очень даже комфортно. Блин, ну, конечно, звуки ВК, ребят, ну, уж извините, ну, блин, у меня просто я уже без них, наверное, жить не могу. Не, по натуре, если того, я просто забываю ВК закрывать. Я вот такой прых и поехал. Все, поехал обзор записывать. А как иначе, и все такое. Вот. А, кстати, МАЗик, по-моему, полностью отремонтирован, полностью заправлен, если мне память не отшибает. Я не изменяет. Вот, ну, не отшибает точно тоже. Это тоже немаловажно. Вот это местечко очень красивенько, ребят, сделано. Прям вообще офигенно, да, такой овражек такой классненький, да, получился у автора. Прям клевенький. Мне лично нравится. Вот, ну, хочу обратить на косячок такой небольшой, знаете ли. Вот не бывает такого, что река у нас вот здесь где-то высоко течет, а вон там вода где-то во вражике очень низко. По большему счету, здесь максимум 10 метров разницы, да, вот по ландшафту. 10 метров разницы, то есть вот 10 метров левее у нас, то есть 5 метров левее у нас река течет, 5 метров правее у нас, грубо говоря, овраг. Того 10 метров. И при всем при этом у нас почему-то очень, ну, это сильно отличаются уровни воды в этих овражиках. То есть в овражике отличается от уровня воды в реке. Ну, это, конечно же, все не столь важно, да, как бы, может быть, оно не принципиально. Вот, но, тем не менее, хотелось бы видеть, конечно, чтобы оно было все на одном уровне. Вот, ну да ладно. У нас, я думаю, сложится исключительно только положительное мнение о данной карте, потому что лично у меня оно уже такое сложилось, то есть вот реально положительное. Вот, хорошая карта, классно сделана. Но могу сразу сказать, сделана она
Ну, как сказать, ну, не знаю, ну, может быть, не на скорую руку, да, потому что, в принципе, грязь вполне адекватна, то есть автор к этой грязи какое-то там внимание это уделил, полюбэ, вот, хочешь не хочешь, а позаморачивался, но, есть одно, так, подождите, а как мне вот на эту точку разведки правильно, понизу или поверху, вот я хз вообще, ну, ладно, поехали понизу, вот. Ой, наверное, поверху надо было или понизу. А хрен его знает. Вот, ну я буду стараться, короче, вот как, ну, вот так вот ехать, да, там, по газончику, по фигончику. Ну, как бы тем самым немножечко облегчать, может быть, себе задачу по проезжабельности в грязюке, чтобы меньше буксовать, больше ехать. Ну, как-то так. Вот, открываем мы с вами вот эту незамысловатую точку разведки. Открываются они все, ребят, легко, эти точки разведки, вообще без какого-либо гемора. Они все буквально находятся на дороге, то есть вообще по изи все это дело открываете. Вот, и где-то здесь у нас, ребят, где-то вот, вот здесь вот, по-моему, сныканный полуприцеп, если мне память не изменяет. Вот, она мне вообще редко изменяет, но бывает. Вот, так что давайте, ладно, едем по этой дороге, и при этом нужно оглядываться будет направо, ой. Вот, оглядываться нужно будет направо, потому что где-то справа будет вот этот самый гараж. Вот, здесь вот такие вот лужи, очень большие лужи. Вот, поэтому на дефолте здесь, возможно, придется с бревнышками прикурить. На автомобилях, на недефолтных, там чуть подкрученные, будет полегче. Ну и, соответственно, Ураль Виторгане прям вообще просто... Пролетите, ребят, пролетите и не заметите, что вообще вы где были и что вы делали. Вот, у меня даже была одна мысля такая, думаю, постримить карту эту, пройти эту карту. И понял, что, ну, блин, ну, достаточно однообразно будет как-то все это дело выглядеть. Не захотел, передумал, перехотел, вот, думаю, ладно, запишу обзор. По большему счету, автор именно обзор и просил. Что называется, просил, то и получил. Вот, надеюсь, это грубо не прозвучало. Я как бы вообще без задних мыслей. Вот, но я надеюсь, что всем понравятся и карты, и, собственно говоря, обзорчик, который я записываю на эту карту. Вот, да, конечно, Урал Виторган, он прет везде. Тут, как говорится, не поспоришь. Вот, на нем очень легко и просто вообще дается вот это все, всякое там это открытие, там фигитие. Вот, это ни для кого не секрет. Но оно, конечно, для обзора очень даже удобно. Очень удобно. Вот. Я понимаю, если бы я, к примеру, там проходил бы карту, то... Ой, за хрена тебя заглушил, вдруг смусить свой. Вот, я понимаю, карту проходил бы, безусловно бы, я не пользовался бы Уралом и Торганом. Вот. А для обзорчика оно самое оно. Ну и то карты, вы знаете ли, бывают разные. Бывает, вроде карта симпотная, но там грязь пипец хардкор. Пройти хочется, да? Но понимаешь, что если поедешь на дефолте, ну ты там просто поселишься и все. Вот, получишь прописку от автора и будешь жить на этой карте, проходить ее 2 года. Вот, так что я уж лучше. Так вот, все, зацепили мы с вами полуприцеп, ребят. Сразу с вами зыркаем на точку разведки. Вот она у нас, собственно говоря. И, соответственно, едем к Уралу Виторгану. Типа, давай, давай, таши на меня дальше. Вот, и, кстати, вот, да, вы можете, кстати, вот сейчас наблюдать то, что емкость топливного бака заставляла полностью заполненный бак, да, то есть там 330 литров было изначально, то есть автомобиль абсолютно нульсовый, вот, и с полным баком соляры, вот, так что без каких-либо проблем вы все это дело подхватываете, я, в моем случае, я его еще и буксирую, и, короче, и вот так вот напрямки мы с вами едем в гараж. Брод пересекаем, сюда едем, сюда опять едем, сюда едем. Короче, ладно, тут уже, как говорится, дело техники. Вот, ну, безусловно, сейчас, конечно, с полуприцепом, возможно, будет маленечко потуже идти, да, там все дела. Но я больше чем уверен, все равно мы с вами доедем. Автор же тестировал карту, по-любому. Ну и дефолт здесь будет ехать, в принципе, вполне нормально. Да, буксовать будет, но он будет ехать, как, ну, вот стопудово он проедет, я как бы особо не это. Ну вот сейчас, да, допустим, вот забирал я этот самый полуприцеп. Я, честно говоря, не испытал абсолютно никакого дискомфорта, пока подъезжал до Урала Виторгана. Вот здесь вот, ребят, можно, знаете, вот так вот маленечко кощунить, что называется. То есть не прям посередке ехать, где вот автор нарисовал грязь, да,
А вот чуть-чуть, так скажем, левее берете, да, и, соответственно, там автор грязь не намазал. Вот, и вот таким вот макаром мы, получается, с вами в дамках. Вот. И здесь, в принципе, то же самое. В этом бродике, фигодике, бутербродике. Вот, здесь вы делаете ровным счетом то же самое. То же самое, только мониторьте, главное, чтобы машину не кренило влево, там, либо вправо, а то перевернуться можно вообще как нихнах. Вот. Ну вот, тут осталось вот буквально, ребят, на самом деле, вот прям вот рукой подать. Вот, ну, как говорится, я что запланировал, то я, собственно говоря, и сделаю. Хотел открыть карту, я ее открою. Ой, фу, хотел открыть гараж. Карту мы открыли уже, по большему счету. Я бы, наверное, в обычный обзор сказал бы, а ну все, все, до свидания, всем спасибо за просмотр. Всем. Вот, ну, в этом случае, раз уж сказал, надо делать. Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Все, ребят, вот мы с вами доехали до гаража. Соответственно, мы делаем круг почета, разворачиваем автомобиль. Я всегда так делаю, да? Вот, разворачиваю автомобиль. И, собственно говоря, прыгаем, скокаем в этот мазурик и опорожняем его. Чмандрики. Все, гараж, ребят, открыт. А дальше, сами знаете, чем надо заниматься. Вот, поэтому, ребят, давайте на этом закругляться. Огромное спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, вступать в мою группу ВКонтакте. Называется она Витарган177. А карту вы это сможете скачать, увидев ссылочку по видео, перейдя по которой попадаете на мой сайт. Называется он Витарган & Company, vimir.ru. Всем спасибо, всем пока.